Следком возбудил уголовное дело по факту ЧП в одной из школ Дербышек. Здесь ученик ранил ровесника ножом. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранительные органы. По их данным, конфликт произошел из-за того, что один из ребят приставал к сестре его одноклассницы. Юноши встретились на спортплощадке. Один из них достал из рюкзака предмет, похожий на нож, и нанес два удара в грудную клетку. Пострадавшему оказали медпомощь. Со слов одноклассников, он чувствует себя хорошо и посещает занятия. Родители школьников и они сами говорить на эту тему не пожелали. От комментариев отказалась и администрация учебного заведения. Нападавший пояснил полицейским, что нашел нож на спортивной площадке во время занятий спортом. С несовершеннолетним сотрудником ПДН проведена профилактическая беседа. Потерпевшему оказана необходимая медицинская помощь. По данному факту в отделе полиции проводится проверка. По полученным телесным повреждениям будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Как нам сообщили в республиканской прокуратуре, ведомство проверяет, как школа соблюдала требования законодательства о безопасности учеников. Прокуратура проверит соблюдение администрации школы требований законодательства об обеспечении безопасности учащихся во время пребывания в образовательной организации. По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.